Как бороться с зарплатой в конвертах? Этот вопрос сегодня в очередной раз обсуждали профсоюзы «Орлан». Только теперь к ним присоединились еще и прокуроры и уполномоченный по правам человека Александр Лабейкин. По словам стражи порядка, большинство жалоб, полученных от сотрудников разных предприятий, касаются именно этой проблемы. Впрочем, эффективной меры борьбы с серыми зарплатами найти пока не удается.